это, Миш? Я на самом деле я не знаю, что это такое, но это что-то, с чем я не могу справиться. Осторожно, сейчас в объектив краску попадем. Попадем. Паш, а ты не можешь сфотографировать с той стороны, чтобы рельсы были видны? Да, по-моему, да, нормально. Ну, расскажи что-нибудь. Что сказать? На камеру про это, вот про хлеб расскажи. Да ладно, что рассказывать? Нечего, там надо было сходить посмотреть, нечего рассказывать. А цветочки? Цветочки. Цветочки надо было сделать раньше в другом месте. Но здесь а в каком месте? Под линией электропередач на дорожке, по которой люди ходят. Много людей каждый день ходят туда-сюда ходят. На работу, с работы. Там надо было делать цветочки, чтобы они встали, посмотрели. Чтобы им странно стало, да? Да. Чтобы они задумались о смерти? Нет, чтобы они просто задумались. Этого достаточно. Здорово. Ладно, я не ходил, это надо заранее предупреждать. Bye.